что такое заповедник? Заповедник – это довольно большая территория, на которой собраны основные типичные сообщества растительной биогеоценозы для какой-то территории, ну, в данном случае Ленинградской области. Самые разные типичные виды растительности, животных, ну и, конечно же, других живых организмов. Таким образом, заповедник является резерватом, своим, можно сказать, хранилищем типичных организмов, биогеоценозов и других природных сообществ.